Здорово, геймеры! С вами Мавик, как всегда на связи. Сейчас поменяем цвет. Вот такой вот будет у нас сейчас цвет. Это такой пусть будет, да? Нет, нет, давайте чуть. Вот такой вот сделаем. Вот такой. Или давайте смув сделаем. Смув. Чикс. Динамическая смена цвета. Какой сейчас видос будет? Конечно же, видосик будет у нас сейчас. Мы сейчас двинемся на Кавказе. На нашем вот таком вот Кавказ. Оригинальный автомобиль. Кавказ в центре города. Значит, мы его сейчас отправим в самый центр. Я хотел сначала следующий видосик вообще-то вот здесь сделать. Пособирать здесь задания. Но что-то подумал, блин, а давайте на Кавказе. Кто как часто ездил на Кавказе в центр города? Вот здесь интересное задание появилось, преступление. Например, сюда можно на Кавказе заехать? Самый центровой. Или подъехать прямо к башне. Какой-то модной, моднявой. Арасака Таун, но она находится на набережной Арасаки. Ну, короче, поедем к центру. Представляете, какой... Это просто громадный грузовик. Охренеть, какой громадный. Он неуклюжий. Стоп, не тут, не туда. Так, давайте мы вид из кабины будем пробовать. Вот, будем до центра ехать просто из кабины. Будем смотреть. Да, это неудобно, но не каждый же день на Кавказе. Кавказцы едут. Кавказцы, вам привет. А, кавказцы едут в Найт-Сити, в Киберпанке, в центре города. Что там происходит? Какой обзор, а? Из-за руля. Смотрите, остановился прямо... Не в каждой машине так можно смотреть, ребят. Уютненько. Бортовые компьютеры, самописцы. Перестрелка. Хрен с ним. Ребята, я немного занят. Стреляйте сами, я еду в центр. На красный свет не будем останавливаться. Не хочу. Вообще, нам надо занимать, наверное, крайнюю правую полосу. Здесь нету нигде... Машина не подсечем никакие, не подрежем. Крайнюю правую полосу, я так думаю, когда на такой большой громадной технике ездишь. Ты там съездов нет направо. Ну или по центру. А в городе, и так вообще надо с мигалками. Желтыми там, с сопровождением. Это же почти как военный Кавказ. Мы покатаемся, надо будет о нем почитать немного. То есть читал, уже забыл. Ну Кавказ. Можно даже пригнать этот Кавказ в пустошь. А километраж, видите, где показывают километраж? Справа вверху, обратите внимание, где карта, там на панель такая вот с краю, возле карты, 13, 16, сейчас 20 километров в час. Не на прибольной доске где-то внизу, а сверху, справа. Для водителя неудобно, как поймешь, какая скорость. На легковых автомобилях хотя бы обозначалось в нижнем левом углу, а здесь просто панелька. Так, я на дорогу не смотрю, базарю, но не смотрю на дорогу, красный свет. Будем соблюдать... А, зеленый. Хотел сказать, будем соблюдать правила дорожного движения в центре или нет? Насколько она громадная в центре? О, ну, не маленькая, я скажу. Не маленькая. Кавказ. Кавказ в центре. Центровой автомобиль. Так. А какие... Что это у меня за хрень? Я хочу его сфотографировать вот так вот, Кавказ. А меня хрен знает куда... Куда эта камера? Ну, глубина резкости. Вот нафиг мне глубина резкости, персонализация. Что это мне? Кавказ. Вот так вот, чтобы я сфотографировал. Там позиция. Ну-ка... О! Может так сфотать. Кавказ.
Композиции. Предлагают мне композиции. Вот это, да, композиция будет интересная. Динго-динго, Кавказ. Только здесь надо, наверное, какая-то или резкость, или что-то здесь делать. Или также и оставить. Все, пора ехать. Пора ехать, зрители ждут. А мы еще до центра не доехали. Кто там стреляет? У нас гранаты кидают. Нам направо. Посмотрим по сторонам. Слева, справа. Дорога свободна. Свободно, свободно, не сы. Блин, вообще поворот не видно. Вот выворот руля. Хороший, а поворотов не видно из-за угла. Можно и раздавить нечаянно, негаданно. Это надо выворачивать очень-очень осторожно. Я не представляю, как по центру ездят водители фур. Это просто жесть. Понятно, пару раз пересрал, один раз проехал, второй раз кого-то зацепил, потом уже и практика появилась. Так, а помеха справа. Давайте мы их пропустим. После того, как... О, разъедемся. Цыц-цыц-цыц, бляха. Пропускаем. Помеха справа. Я все-таки водить умею. И еще пока не. Так, столбик мы не задели. Да нормальненько едем, слушайте. Да даже... Как водитель фуры. Правда, без фуры. Цыц-цыц-цыц, аккуратненько. Аккуратненько, я говорю. Займем по центру, будем ехать, все. Мы нарушители, но не злостные. Улицы маленькие, для нас не предназначены. Так, остановочка. И здесь нам надо перестроиться в крайнюю левую... Так, здесь никого нету. В крайнюю левую полосу. Так, надеюсь, там не... Чуть не подрезал, вот как чувствовал жопой. Крайнюю левую, где-то у нас съезд будет налево. Или мы уже почти в центре, 225 метров. Блять, как-то я по-рагульному так еду. Показывает выйти. Я выходить не хочу, я хочу ехать. Это не тот центр, который я ожидал. Нам надо другой центр тогда. Где тут самые красивые райончики? Может, поедем вот сюда, вот где тот. Где там больше развязочек, таких красивых. Что нас выведут сюда. Или могут через этот мост повезти, если мы... Допустим, вот на это вот... Или... Одежда... Так, где тут? Карасака. Карасаки Таун. Короче, едем на набережную Карасака Таун. Нет, нихера. Вот так вот поедем, все. Показывает нам развернуться. Нет, ну мы же по правилам будем. Я ж назад не могу сдавать. Давайте видите меня. Так, никого не видно. Если я кого-то подрежу, сорян, братаны. Чуть акунь сбил. Сори, сори, ребята. Сори, разъедемся. Разъедемся. Водитель фуры, броневика, разъедемся. На фуре по Найт-Сити. Деловой квартал. Эй. Белые воротнички, вы не ждали супер навороченного автомобиля в этом городе? Ой, так, выворот руля здесь. Аккуратно. Аккуратно, говорю всем. Кто не слышал моей аккуратности, того я перееду.
Биофактор. Поменяем, давайте радио, какое-то другое радио поставим. Принципалис. Моророк поставим. Йоу. Так, стоять, что-то... Музыку надо погромче делать. Так, поет. Или в настроечках. Не, музыка. Да не, у нас нормально музыка. Не та музыка, бляха. Дайте мне какой-то рэпчик или что. Ритуал FM. А что такое за... Это стопудово рок какой-то. Сам издат. Где музыка? Станция, блядь. Горячее радио. Панихида. Биофактор. Принципалис. Радио рок. Блюз рояль. Ваксель. Тихие мечты. Нет станции. Давайте биофактор. Чего не выбирается? Ну. С вами Стэн. Солнце село. Но я надеюсь, что вы еще не спите. Это мираж, голограмма. Нет, силы. Это ясное безоблачное небо. Но не верьте мне, идите и увидите сами. Нам съезд направо. Даже стрелка показывает. Не едь навстречку, не едь. Ну не едь навстречку. Раздавишь машины. Здесь бы пониженную передачу включить. А? Здесь коробка автомат вообще или... Что-то непонятно. Бляха, я нажал на тормоз, она даже... Так, медленно тормозит. Едьте, давайте. Ну, чего вы остановились? Впереди же... Бляха, что за хрень? Давайте мы их проедем. Все, мне пофиг. Мы тупо по ним проехали. Я хоть посмотрю, что там с ними. А я не сразу еду. Ну это баг. Тупорылый баг. Тупорылый. По ним проехал, они сразу как гусята за мной едут. Ладно, поехали, братва. Поехали, покажу, куда ехать, как рулить. Сейчас все разрулим. Руки ж не крюки. К девчонкам на такой машине можно заехать. Нам съезд направо. На карту надо смотреть, братва. Еще раз направо. Ой, ёб твою мать. Что он так резко? Это ж грузовик. Как он так резко поворачивает? Такого не может быть. Это из-за того, что там две впереди оси? Как так может быть? Как? Как он кверху, конечно. Какашками в потолок. Девчонка, подвести. Как сигнал. Это я сигналю. А мы проедем, там высота вообще позволяет нам опуститься вниз, в этот гараж. Туннель проехать. Бляха, ничего не видно. Так, как бы крыша нам не... Даже пометки никакой нету. Можно ли вообще туда ехать? Сейчас крыша хлобысь и снесли. А ну, проходим миллиметрон. Но если увидим сейчас звездное небо, значит мы без крыши. Так, нас пропускают, поняли. Едет парень серьезный. Автомобильчик мы взяли в райончике вудуистов. Так, на тормоз нажал и бляха. О, въехали. Аж приборная доска засветилась. Офигеть. Помехи были хроматические. Вудуистов взяли там в одном райончике. Оставили они автомобильчик. И я думаю, что он так будет бесходным-то стоять. Надо взять, покататься. Точка прибытия, где мы назначали. Светлеет. Куда теперь поедем, ребята? Я знаю, куда мы поедем. Мы поедем, есть такое интересное
край города. Вы же когда-нибудь были, вы знаете, как пропадают автомобили? Ну, что будет на краю карты? На краю карты просто въезжаешь в крайнюю точку, где заканчивается карта. Она ничем не обозначена, но ты въезжаешь, там тебе такая красная полосочка, на которой пишется. Это край карты, локации дальше нету. Ты ее проезжаешь, все пропадает и перезагружается игра. И ты выезжаешь из этой точки обратно, задом наперед. Три с половиной километра. И как нам советуют здесь... А, так, стоп. Как нам по карте показывают? Это съезд справа. Нам показывают как-то вот наверх. Следите за навигацией карты. Как она ведет? Это просто жесть. А где-то нам надо развернуться. А, так, ну я не знаю, здесь вот же нельзя. Это как бы островок. Но мы попробуем нарушить. Все нормально. Только посигналив на это. Съезд вправо. Как чувствую. Да, верно. А так мы. И мы бы тогда заехали обратно в город. Здесь развязочки, конечно. Не для фур. Не для слабонервных. Блин, я подумал, чувак едет навстречу. Как же здесь вывернуть? Давайте прижмемся к лево, к крайнему борту. И теперь будем по чуть-чуть выворачивать. Нормальненько. Проехали, все. Все да не все. Радиостанцию надо пора сменить уже. Night Ritual, горячее радио. Я тебя убью. Вот такие вот дела происходят, пока не съездишь, на всех смотришь. Полиция, там с ними вмешиваться с полицейскими лучше не надо. А у нас, кстати, у нас есть еще журнал расследования. У нас есть заказы второстепения. Заявки на расследование, слушайте, преступления в тюремном правосудии. Вот эти заявки мы еще ни разу не брали. Надо будет взять, ребята, покатаемся, возьмем. Короче, просто едем, наслаждаемся музыкой, видами. О! Привет, брат! Он нас пропускает. Помашем ему ручкой. Чел, привет! От кавказцев. Фуры в городе. Так, это тупик, сейчас направо. Меньше машин, значит, мы где-то уже как будто к окраине подъезжаем. Чик. Чувак, у тебя одна фара не светится. А вы знаете, что если фара не светится, ну это, наверное, смотря в какой стране. Если у водителя с левой стороны фара не светится, вот в ночное время суток, я не знаю, там в европейских странах, там же ДХО стоят, дневные ходовые огни. Если не светится, то, наверное, это же нарушение идет. И надо лампочку с правой стороны влево выкручивать, или с собой возить запасные. Или машину на эвакуатор. Это напишите в комментариях, если вы водитель. В вашей стране как происходят такие штуки. Без света можно, конечно же, вообще ездить. С очками ночного видения. Чич, это я на контроллера засмотрелся. Красивый он у меня. Учу. А то некоторые из шуток вообще не поминаю, да. Поминки у них с шутками. Попадаются люди, которые смотрят видосики разные. И они до такой степени серьезные, чтобы, блин, обосраться. Так, на красной проедем, хер с ним. Тормоза не сразу работают здесь. Сразу говорю, в этой стране найти, в этом городе, в этой фантазийной стране будущего. Фэнтези. Тормоза фантастические. Ни дисковый, никакой у тебя спортивный автомобиль не был там. Тормоза сразу не срабатывает сразу же. Вот нажимаешь, там задержка пару секунд, там доли секунды, но она есть задержка. Нет, что там заблокировало колеса, сразу, и пошел в кювет. Право уходим. 90 км в час. Нифига себе, эта машина так может так быстро ехать. На красный.
А, нет, сразу зеленый включили. Это про светофор говорю. Чувак слева от меня или боится, или женщина за рулем. Что там происходит? Он как-то странно едет. Надо его обогнать. Обогнуть. Бляха, ну не нравится мне это радио. Я фактор. Во. Ну, а как его, бляха, вот эту музыку, я хочу именно настройка, громкость сделать, чтобы у меня... Громкость музыки 95, ну... А, громкость радио, вот я, что-то туплю. Вот, 70. О! Еще громче радио. Настройки, громкость радио, давайте до 85. Ёп! Дорога вообще полностью выбита, почти. А если у меня такое желание, вот просто без моего фейса, можно просто с голосом, а можно и с фейсом по ночному городу поехать, стрим сделать. Все, это мы заехали, смотрите, край города. Чикс, перезагрузили нас. Так, циц, это был край, вот. Сейчас, циц. Надо назад поедем, ребятам покажем. Вот возле этого плаката у нас уже все, край. Мы быстро проехали, вы даже, может, даже не заметили. Night City. Now. Что это? Living. Смотрится. Или что-то. Live. Или... А, вы сейчас вы покидаете. Live. Living Night City. Сейчас покидаете Night City. Все. Дальше ничего нет. По крайней мере, пока. Black and down. Так вот, я хочу как-то поездить так с музычкой. Стрим. Может, сейчас стрим запилить? Хрен его знает. Просто стрим. Будет плохое качество видоса. Ну и хрен с ним, короче. А что делать? Просто с музыкой будем кататься, ребят. Просто по городу. На этом этот видосик буду, наверное, заканчивать. Чиц. Музыка типа не? Я тут лайки себе ставлю. Ребята, вы поняли. Подписон. Всем пока-пока.